Как сделать красивый привлекательный фон на конференции в Zoom? Красивый фон за вами, конечно, сделает вашу конференцию привлекательной. На фоне можно размещать не только такого плана картинки, можно разместить и ваше брендирование. Если вы занимаетесь обучением, то в качестве фона вы можете использовать какие-то обучающие материалы. Если у вас нет, например, проектора для демонстрации на всю стену книги или какого-то другого учебного материала. Я очень благодарен человеку, который задал этот вопрос, как поменять фон. Первый раз я ему ответил не совсем верно, написал, что потребуется программа типа OBS, никакого софта не потребуется, и написал, что потребуется зеленый фон. Если он у вас будет, то вы можете сделать очень качественную картинку, обрезку, но можно даже и без него. Итак, по шагам, что же нам потребуется для того, чтобы сделать красивый фон в нашей конференции? Первое, что вам необходимо, это быть зарегистрированным на сервисе Zoom, иметь логин и пароль. Переходим на официальный сайт сервиса Zoom, именно в его браузерную версию. Открываем именно в браузере, а не через приложение. Нажимаем на кнопочку «Войти в систему» и вносим свои регистрационные данные. Если не зарегистрированы, нажав на кнопочку «Зарегистрироваться бесплатно», вы получаете свой логин и пароль. Входим в систему. Слева у нас панель управления. Можете, конечно, начать с профиля и оформить свой профиль. Загрузить аватарку для своего профиля. Но нас будет интересовать пункт настройки. Выбираем настройки именно конференции и начинаем двигаться по настройкам конференции. Пробежавшись по этим настройкам, я понял, что я использую, наверное, меньше 1% возможностей сервиса, но буду с этим постепенно разбираться. Ищем настройку, которая так и называется «Виртуальный фон». Находится она в разделе «Настройки конференции расширенные». Включаем эту настройку. Она должна быть синенькая. Серенькие – это отключенные, синенькая – это включено. Больше в личном кабинете нам ничего настраивать не надо. Закрываем это окошечко. Сам фон меняется не через личный кабинет на сайте, а меняется через настройки вашего приложения Zoom, которое у вас однозначно уже скачалось и установлено на компьютере, если вы принимали участие хотя бы в одной конференции. Если на рабочем столе вы не находите значок Zoom, откройте пуск, все программы и найдите Zoom. И запустите «Старт Zoom». Значок появится у вас на рабочем столе. Я запускаю приложение. В нем нужно также авторизоваться. Чтобы сменить фон, нам с главной странички приложения необходимо нажать на шестеренку и выбрать виртуальный фон. Он у вас уже будет. Выбираем. Мне начинают сразу показывать меня на моем фоне. Вот я. Я уже включил виртуальный фон. Он у меня помечен, такой синенький. Могу его отключить. Вот так это в оригинале. Вот так это с таким фоном. Какие настройки вы можете сделать с фоном? Вы можете отобразить зеркально. И вот такая замечательная настройка, если у вас есть зеленый фон. Вот если у вас будет зеленый фон, который вы вешаете за собой, вы его правильно подсветите, то вот этой фигни, как у меня сейчас, вот пропадающие руки, там часть головы, этого не будет. Отключить фон. Выбираем фон ном, то есть нет фона. А кроме стандартных картинок, которые вам предлагает вот такая, например, классная картинка, видите, это не просто картинка, это гифка. Вы можете нажать на значок плюсик, выбирать какие-то свои изображения, либо добавлять видео. Ну вот оставлю такое движущееся море. Закрываю настройки. И сейчас я подключусь к конференции. Я сейчас покажу, как это будет именно на самой конференции. К конференции можно подключиться через приложение. Я пройду через ссылку в нашем чате, ну, привычным для нас способом, по ссылке. Открываю уже запущенное у меня приложение. Вот оно еще раз запускается, но со всеми моими настройками. Вот я включил. В приложении необходимо обязательно авторизоваться для того, чтобы Zoom понимал, из какого личного кабинета брать настройки. Вот мы в нашем кабинете разрешили виртуальный фон, поэтому в приложении я его включил. Я сейчас хочу сделать интересную вещь, связанную с изменением вот этого фона во время трансляции. Ну, например, вы что-то преподаете, сейчас у вас, например, какая-то одна книжка отображена, я хочу сделать другую книжку. Включаю
Во время трансляции, вот сейчас я нахожусь в режиме конференции, вхожу в виртуальный фон и, например, выберу вот такой. Вот он у меня автоматически поменялся. Смотрите, даже вот это вот окошко можно где-то держать и быстренько менять фон за вами во время именно трансляции. То есть вы подготовили материалы, которые вы хотите отображать сзади себя, и во время трансляции просто-напросто их вот так вот переключаете. Вот я взял, загрузил какую-то картинку свою. Отличная возможность, но, конечно, для того, чтобы все это работало красиво, не было вот этих обрезаний, сзади вас должна быть какая-то однородная поверхность, в идеале зеленая. Обратите внимание, у меня сейчас далеко не однородная поверхность, даже вот тут что-то висит из мехов. Но все равно даже вот это он обрезает. Пользуйтесь, будут какие-то вопросы, пишите, чем смогу, помогу. Zoom мне нравится, запишу еще несколько роликов, как трансляцию в Zoom сразу же через Restream кидать во множество социальных сетей. Ну и расскажу еще о фирменном стиле, который поддерживает Zoom. Всем успехов, будьте здоровы!